Эти молодые саженцы деревьев в этом году дадут первые плоды. Молодняк плодовых был высажен еще 2 года назад на территории в 50 гектаров. Как надеются специалисты, вместе с саженцами будет успешно реализована и программа городского общественного сада. У нас здесь растет несколько сортов яблок. Сейчас мы производим обрезку. Планируем собрать первый урожай уже в этом году. В следующем году сады будут давать интенсивный урожай. На территории городского общественного сада растут яблони, груши, урюк и персик. В ближайшие 2-3 года каждый житель Шымкента сможет собрать и попробовать на вкус фрукты, выращенные в этом саду. Мы используем лекарственные средства, которые помогают расти деревьям крепкими и здоровыми. Кроме того, лекарства помогают избежать болезни деревьев, появления червей, которые появляются после цветения деревьев. По программе «Зеленый пояс», которую начали реализовывать в 2009 году, планируется на 3500 гектарах земли высадить молодые саженцы плодовых деревьев. В результате в будущем территория городского «Зеленого пояса» превысит 8000 гектаров.